В общем-то, всем привет, ребята, я Тимич, сегодня мы играем в монашку, да, но только нормальную, прикольную, которая у меня на телефоне, только там не монашка, но другой. Ну, Вурсенс Вендес, то есть, Вурсенс, я забыл, пятница 13-го, что было. Так, Вурсенс, короче, я это знаю, как проходить. Так, смотрите, открываем дверку. Эта монашка идет сюда. Наставляла. Ой, это в горле пересохло. Надо пойти водички попить. Ой. А, монашка, давай, пей водичку. Мы сбежали от тебя. А, это ты что тут делаешь? А, кстати, монашка, а ты что, двоюродная сестра Слабирины? Ну да, конечно. А что? Значит, ты не родная сестра Сандрина, а двоюродная. Ничего себе, ребят. У Сандрины две сестры. Ничего себе. Ребят, у меня, знаете что? У меня... Так, брат. У меня сестра двоюродная есть. Брат двоюродный и родной Дима. Сестра, по-моему... Я забыл, Лиза или Надя, не знаю. Так, я уже забыл. Двоюродный брат Слава, а родной брат Дима, который мы снимаемся. Помните те ролики? Чё это, ты же так легко? Ой, монашка, прости. Что? О, привет. Как мы пошли в поход с призраками, мы снимались с Димой. И пятница 13-я, мы тоже с Димой, с родным братом снимались. Да, ну, у нас монашка, знаешь, такая. Вы что, обгоняете меня? Монашку, монахиню? Вы... Я вас обгоню. А у тебя даже братьев нет. А тебя, наверное, все бегают. Ребят, реально, наверное, это же монашка, правда. Чего от меня можно ожидать, а? Ну, только ужасы и паника. В смысле ужасы и паника? Это тебе сейчас влетит по щам. Чё, по щам? Это щит, это суп вообще-то. Ты что, не знаешь, монашка? Ты в школе не училась? Я во втором классе, значит, учусь. А ты вообще ни в каком не учишься. Ну, ты тупая монашка, конечно. Я не тупая, я самая умная. Самая умная я, да, говоришь? А вот монашка, сколько бы 6+6? 4. Нет, а вот нет, 12. Да, ребят, мы с вами... На легке почему-то просто пошли эту монахиню. Она что-то легкая, а тут дальше уровни есть. Ну, ребят, так скучно. Дальше даже уровней нет. Это самый первый. Или какой, я не знаю. Так, это самый первый, это неинтересно. Ну, это не первый, хотя второй, но это скучно, ребят. Вау, охо, ничего себе, ты пошла. Ну ладно. Ребят, мы вообще ни разу не попались монашки. Прикиньте. Да, какой-то быстрый ролик реально. Давайте еще червячка сохраним. Какой-то ролик реально получается. А быстро мне не надо. Давайте еще червячка сохраним. Кстати, спасибо, подписчик, что, ну, вообще спасибо, что ты вообще, что ты такой крутой. Ты просто коммент мне написал, ну и все. Ты вообще самый крутой, ты вообще самый благородный. Тебе Дед Мороз точно на Новый год что-нибудь так покрыть подарит. Это Дима сделал? Это Дима. Это Дима? Это Дима, да, это Дима. Чего себе он сделал? А почему такой сразу большой этот червяк? Это Дима, походу, да, сделал.
Я так и понял. Это Дима. Кстати, родной брат Дима, да. Так. Вот. Ну-ка, что ты у меня под ногами тут барахтаешься? Пошел-ка отсюда. Такой медленный червяк. Блин, меня съели. Так, ладно. Ой, реклама, да-да-да. Я крестик нажму, потому что я не люблю люхану. Прикольно. Кстати, хвостами можно бить. Лапы, попки и хвосты. Кстати, смотрите в вторник. Лапы, там, морды и хвосты. Смотрите, вторник. Ничего себе. Я поем. Стану большим червяком. Он просто, я его убил. Ой, ну и меня убили, понятно. Хм, прикольно, я его убил. Но эта игра реально прикольная. Заходите, можете играть, я не знаю. Да я не хочу это. Так, это как-то неинтересно. Давайте на съедение. Давай, съедай меня. Сказал, съедай. Все, молодец, молодец, съел. Так. Что? Установить. Ребят, мы больше. Еще хотим. Угу. Ладно, ребят. Так, прикольно. Ролик, да, получился. Сколько там идет? Уже 6 минут. Ничего себе. Ладно, давайте последний раз сыграем. Правда, ролик меньше должен быть. Так. Ладно. Ой, меня убили. Ну ладно, в общем-то. Всем пока, ребята. Я Тимичева. Сегодня мы играем в такую игру. Всем пока.